Аким области Ундасын Уразалин принял государственных и общественных деятелей Умерзака Озганбаева, Жалгашты Набиева, генерал-майора Айтхали Исингулова, религиозного деятеля Серикбая Урас и деятеля культуры Сергея Азимова, прибывших в наш регион с целью участия в памятных мероприятиях, посвященных Абилхайрхану и его жене Бупайханам. Памятное мероприятие состоится 16 июня на территории мемориального комплекса хана Абилхайра Хан Муласы. Для участия в нем в Актюбинскую область прибыли гости из Нур-Султана, Алматы, соседних регионов страны. Было отмечено, что подобные мероприятия имеют огромное значение в укреплении национального самосознания. Мы гордимся, что актюбинцы помнят, чествуют и являются инициаторами возрождения казахской истории в этой части нашей страны. И я думаю, что это распространится на весь Казахстан. Особенно важно разбудить национальное самосознание молодежи, наполнить их знаниями о выдающихся казахских деятелях. В этом направлении в вашем регионе проводится большая работа, в том числе по возрождению и сохранению памяти о Едыге Батыре и Сет Батыре Дожане Хазрете. Это как воздух, необходимо молодому поколению. Абулхайрхан смог объединить три жуза в очень сложные времена, когда нависла угроза лишения земель. В наше время единство так же важно, как и тогда, но единство невозможно без национального самосознания. Поэтому так важно помнить о нашей истории, о тех, кто ее творил. Справедливо, что памятные мероприятия также посвящены и верной спутнице Абулхайрхана, Бупайханым. Когда погиб хан, она отомстила за его гибель, смогла продолжить его дело и возвести на трон его сыновей. Она была великим деятелем, мудрым дипломатом.